Только пули из табельного смогли остановить машину во Всеволожском районе. Там полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нетрезвого водителя. Удирая на своей иномарке от дорожных инспекторов, житель деревни Разметелево, ему 22 года, умудрился столкнуться с полицейским автомобилем. К счастью, пострадало только железо и еще резина на колесах, в которые попали пули из табельного пистолета. От прохождения медицинского освидетельствования лихач отказался. Протоколы составили.